Вот пораньше начали трансляцию, понаблюдаем немножко вот за нашим суперкомбайсным коллективом. Второй день они 2-0 прыгают, и второй день выигрывают. А у тебя? Тагил рулит что-то? Да, Тагил сегодня рулит сразу на двух полях. Причем команда у нас тут вот камбэчная. Вчера 2-0 проигрывали. А, это тоже ваша? Да, это тагичанин. Вот синяя. Вчера проиграли 2-0, выиграли 6-4. И сейчас проиграли 2-0, Мирасу 2. И сделали камбэк 4-2, сейчас веду. Ну, еще целый тайм. Да, ну, все равно уже заявочка есть. Так что да, у нас сегодня такой четвертый день. Получается, под названием Тагил рулит. Ну, это после первых отрезков матча. Смотрим, посмотрим. Держит победный счет, победное преимущество тагичанин. Во втором тайме. Пока что так все спокойненько проходит. Без голов у нас. Расстояние. В обоих матчах с разницей 2 мяча ведут тагичане. Синхронно выступает в четвертом игровом дне, который у нас такой немножко сильный. Такая бессолнечная, надеемся, что к хоккею, а может это специально для хоккеистов сделано. Лед же не любит солнце, а вот сегодня хоккеисты отыграют, и снова в Казани солнце рассветет, погода улучшится, вступит жара. Но по прогнозам мы смотрим, что дожди. Вот эти вот последние денечки, но температура теплая. Потом уже на следующей неделе там будет жара. Все в таком духе. Ну, возвращаемся мы в нашу основную игру. Тут у нас рядом фишечки. 33-11. Счет у нас 2-0. Продолжаем наблюдать за матчем Нижний Тагил. Талангай, Златоуст, Челябинская область, Ж3 спутник. Ну и будем, конечно, по звукам ориентироваться, как там развиваются события спутника 13. Базовый мяч там идет. 85-й скрытый козырь снова Богдан. Вошел в игру, он первый матч на воротах стоял. А второй день уже вот Павлович его вводит под своим номером, Мегидан уже хоккейный 85 в игру. Ну, сам Богдан признал, что он любит больше на воротах стоять. Ну, в поле тоже играть не отказывается. Артем борется и вот получил повреждение. Можешь играть. Возвращается в игру. Ну, где-то тут уж так не надо. Тонкие полеты. Все хотим соправлять. Видно, что мяч уже ходит. Если не больше себе перенесешь, чем какую-то игровую пользу получишь. Эмин. Выбирательный мяч как раз вот Богдан. Сейчас пытается пройти Эмина. Хорошо посылает чуть назад на Артема. Тут уже мяч отобран, но будет разыгран аут со стороны спутника. Самченко, Алексеева, Ваню. Ваню вперед обостряет. Хорошо, там спутник зацепился. Подача от Романа. Закруточка. Можно играть, но нельзя. Нельзя, мяч уже там линию пересек, да, от ворот.
Ильича у нас, техничный прием от Романа. Пока спиннинг продолжается, Семен там продолжил. Комбинацию снова Семен, номер 5. Здесь удачно на Богдана мяч прилетел, получше обработал. Могу наносить удар уже. С убойной дистанции. Тут и там. Мяч как у голкипера Златоуста. Сильно вперед. Елисей. Хорошо отыгрывает на Артема. Артем там корпусом себе подыграл. Продолжает атаку по воздуху. Защитник выигрывает. Второй этаж. Ваня. Борьба. Наша спутника. Здесь уже Матвей удачно действует на выходе. 5 минут. Второго тайма позади. Мах набирает свою скорость, супер. Простреливает, просто очень неудачно. Очень эмоционально так воспринимает эту неудачу. Весь в игре Артем. Роман. Это супер момент был. Второго Анатолийского клуба. И здесь удар. Что-то справляется. Здесь уже себя надо все правильно. По-прежнему у нас тут 4-2. В соседней игре. Вечером 2013 года. Проиграли 2-0. 4-2 за камбэчили. Ну, фантастика какая-то. В Татарстане. Вспомнили. Команды. Эдуарда Витальевича Эльгерта. Ну и пока Мария Павловича тоже хороший груз демонстрирует. Вчера не мог забить. Сегодня справился, забил дважды. Удачно подходил ошибку соперника, пас точно не вышел, мяч перехвачен. Тут все-таки Семен подтолкнул нападающего. Сейчас новый удар будет в исполнении Тавангая с Златоустом, Челябинская область. Удар, и мяч, казалось, девяточку ёкнет, но не ёкнул. Пролетел чуть-чуть на сантиметров. Повезло там сзади. Ильичану. Момент, будет 1-1, и голкипер самоотверженно под мяч бросается, не дает забить Ильичам третий гол. Семен, пас наперед, догонит ли там Роман, а догнал же и головой будет разгрывать спутник.
счет. Нет, не будет. Все-таки да, от ворот. Нарез. Да, он, значит, не доходит на подбор за Данилом. И Данил идеально должен мяч в нижний угол. Он все голы с него как на копирку. Данил в нижний угол. Вот и Данил. Самченко забил наконец-то. Его смог сделать двумя днями ранее. Спинать его все. С игры уверенно мяч под бильярдом уложил. Радость папы Димы, который болеет. Привет, это отдельно передал тагильский Месси. Подгрушен Артем, но пока что эта машина не забивает. Ну, где-то сейчас, где-то уже прям супер. Хорошая заявочка, чтобы уехать домой с медалями. Первым тайме забил, один во втором. Сразу точно один игрок. Саутсайдером Кенгера. Который расположен на последнем месте. Но вот Кирина Бонит в каночку. У других команд осталось у них по два. И это все на экспедит побеждает. У него таким образом в активе уже 7. Никто его уже вот из команд, которые заняли четвертые места по шестое после четвертого тура. Уже их никто не догонит. Уже все. Теперь в тройке. Ну, чтобы побороться за второе место, как я уже сказал, нужно лидера обыграть. Ну, в общем, матч будет сам такой принципиальный для победчан. Поиграть, вот, побороться с лидером всего чемпионата, самой сильной команды. Даже матч такой будет закидать теоретически, но я запрестиж выиграл, потом он скажет, а мы выиграли с какой-то команды, которая первое место заняла. Значит, мы должны, ну, не хуже первое место. Для этого нужно еще это сделать. Завтра в 9 часов всех любителей футбола приглашаем на прямые трансляции, на наши офлайн, потом трансляции тоже с какого-то другого радости. Сегодня удачи здесь прямо в центре центрального манежа, центрального стадиона Казань-Арена, чтобы у нас потом голы были с разных ракурсов. С двух сторон. Ну, а сколько 12 тоже там с двух ракурсов. Там мама Алена снимает, снимает трансляцию. Вчера такое еще и позавчера с трех камер мы все это засняли. Ну, потом, я надеюсь, перенесу Тагил. И потихоньку что-нибудь такое смонтируем интересно. Всех повторов. Шесть спутников в Казань оформим. Так, просто времени особо нету, пока снимаем, гуляем, выкладывать еще успеваем. Тут не такой скоростной интернет в отеле нам представляют. Пока все загрузится, уже вечер. Так что пока времени нету, что как-то все это переосмыслить. Довольно разлучше сделаем это уже в Нижнем Тагиле, в такой атмосфере дома. Кадры выступления с разных точек голы все подрежем. На этом защите не разобрались, да, состоялся вспомнил себя, но там где-то справился. Еще удар защиты. Сыграл так как надо, мяч отбили подальше. Артем Подгрушин, корпус ставит. Очень активно корпусом играет. Там уже его второй игрок бежал накрывать. Тут Артем вышел
эпизода победителем, мяч сохранил. Там не хватает только этому гол забить. Это он забил. Два дня подряд человек. Голевая засуха была, но знаем, все. Снова взяли доски. На руки прими, гол забить. Вперед. Сейчас уже соскучавшийся Матвей Ленинов. Еще там Роман зацепился. Висей. Артем поставил, это пятачок. Вот там пятачок, защитник. Не так много, до конца матча остается всего 8 минут. И можно почему-то уже так начать поздравлять Тубичан с желанием медалей. Вряд ли какой-то супер камбэк состоится, потому что так играет первым номером. И в отличие вот от предыдущих матчей, во втором тайме темп игры не сбавляет. Также продолжает примерно действовать лидером в этой встрече. Толсто во втором тайме пока ни одного момента просто не было. Второй организовался со спутника. Два прилетел, но там возгласов мы чисто там не слышали. Похоже, там счет сохраняется 4-2. Вот так. Забивает друг другу в первом тайме коллектива, во втором пока что-то сделать не удается. Хороший пас в разрез от Данила. И Артем. Вот Артем, кстати, был в Госбе. Роман, немножко мы путаем. Наше острие. Ну, Лука, значит, Лука точно выходил. Для потом быстро. Я Диснея, Лука. У нас тоже нужны такие старые спутники. У нас Лука есть. 6 минут до конца матча, ну это тоже 7. 3-0. Спутник сделал уже хорошую заявочку, чтобы попасть в медаль. Падает Иван, поднимается, навязывает в борьбу, мяч отвоевывает. Елисеев, хороший вперед налево. Андрей. Зоги мяч. Челябинск. Челябинск область, точнее. Еще пас, идеальный пас. 1-1. Там выдал Данил, еще один удар. И тут Челябинск мяч, что-то забить. Не вышло. Но все завершилось угловым. Это у нас смотрели по любов. Спутника с не раз и два, поражение 4-2. Спутник впереди. Ну, это может быть стать первым днем, где спутники у нас в обеих встречах победят. До этого они то один победит, то другой.
вчера оба набрали очки. Спутник 13 побил, спутник 11 взял ничего, а сегодня вот так, по прогрессирующей траектории спутники могут зарулить один день. Пред отъездный день Кирчан из Казани. Но если спутник 11 будет за первое, то второе место. Спутник 13 заняв второе место, там по разнице не попал в топ-4. И тем временем еще один гол. Там Слёта классно пробивает. 71 номер. Это у нас Пеннер. Пеннер, по-моему, Роман у нас. С Артемом. У нас и Романов, и Артемов в команде. Но это, похоже, был все-таки Роман. 4-0. Пан занавес матча. Ну, пацан занавес еще есть. 4 минуты. Чтобы еще кому-то забить. Вот, гол достижен. Надо своих болельщиков все-таки оформить. Златоуст. Побеждаем. Хороший прострел, были удары чья, туда касание ситуации в исполнении Андрея. Сильно он не вышел, Гутлер спокойненько справился. А тем временем у нас спутник снова забивает, там похоже уже 5-2. Да, спутник забил раз и два. 5-2. В общем, сегодня результат кинуть, что Гречан просто зашкаливает. Подарок к этому будет поход на Кубок Гагарина, плей-офф, второй раунд. Альбац, Казань понимает, клуб с Дальнего Востока, из Дальнего хоккеисты, первый клуб Адмирал. Первый матч. Болельщики за Казань. Здесь играем, в гостях. Классно. Правда, время, потому что гостеприимство очень. Мы вот уже на 3 мероприятия спортивных сходили, и на 2 нам билет просто так доставался. Такое супер гостеприимство. Отлично. Это Астане. Ну, сегодня Руслан спасибо. Супер спортивное мероприятие. Спасибо. Это хоккей. Куда не были на какого уровня, как и на волейболе мужском, так и на баскетболе мужском, вообще на баскетболе такого не было. Все тут как-то так за раз посетили, еще и гол запечатлели в стиле английской премьер-лиги. Забивает Роман Уст. И еще так покувыркался. Он нам в 2015 году забил в конкурсе фэст-шутом. Получается, ногой в баскетбольное кольцо, а тут головой в футбольные ворота. Так что можно сказать, такой план выполнен. Снова Роман нас порадовал изящным красивым голом. 5-0. Какая боль, какая боль. Спутник, Нижний Тагил. Златоуст. 5-0. Песню Аргентина и Майкла. Тем временем матч у спутника 2015 года завершился. Ну и скандируют трибуны молодцы, значит, снова комбэчная победа. 5-2, а может и больше. Мирас и 2. Мирас и не смогли выиграть спутниковцы, а вот Мирас 2 отыграли. Спутник, спутник, кричат болельщики тагильчан. В адрес обеих команд это применять. Сегодня обе команды молодцы. Одерживают синхронные победы впервые за 4 дня. Тагил сегодня, как вот выразился,
я наш знакомый погибал. Андрей Иванов, Тагил сегодня рулит в Казани. А подскажите итоговый счет какой? А? Подскажите итоговый счет какой? Здесь сейчас скажу. 6-2. 6-2 спутник выиграл. То есть 4 мяча, а вот спутник поостался, выиграет аж 5. В общем, тут, конечно, материалов для монтирования. Нарезки голов для монтирования моментов мне просто очень много. Удачный день. И уже Федор Назаров готов к сезону. Решающий свисток. Завершение матча в 70 минут. Это не у нас еще, это на третьем поле. У нас еще все еще продолжается. Чернис забил гол престижа, вот хороший момент, нет, туда на круг. Звук, а там на круг. Пас наперед. Про фланг. Прострел. Удар. Удар. Все-таки. Состоялся матч по бокам. Голкипера там Ваня пробивал. До сезона пас пяткой. Красиво. Семен. Направо. Целая борьба там идет. На этом все, это был счет 5-0. Поздравляем. Спутник с тремя очками. Я не гарантирую себе уже медалью. И точно мы знаем, уже завтра забить 5 вперед. Повышно набирает кадры, спасибо. Встреча. Спасибо. Завершаем. А кто-то два гола забивал сегодня? А? Кто-то два гола забивал? Нет. Все по одному? Да. Ваня почти забил сегодня. Молодец. Почти. Все. Там мы наш специал совершаемся. Спасибо за внимание. До свидания. Удачи. Смотрите, играйте. Идите в футбол. 16.03. 16.54. И покажу, по-моему, 20 раз. Да, 20 раз.